Добрый день, друзья! Сегодня я распишу для вас фоторамку. Она состоит из двух предметов. Это вот нижняя часть и верхняя часть, рамка, которую я и хочу расписать. В один слой, без замалевка, масляными красками и кисти. У меня белка. И это будет однослойная живопись, не очень сложная. Кисть номер 6. Я набираю на кисточку белила и добавляю немного краплака розового. И живопись будет у меня идти от светлого к темному. Вместо масла можно добавить немного скипидара. И живопись у нас быстрее намного высохнет, чем с маслом. И начинаю композицию внизу. Это у меня верх, это низ. Будет половина розы. На второй план чуть-чуть потемнее. Thank you.
мне еще хотелось бы отвести золотом бортик в середине. Здесь такие небольшие шишечки, и как орнамент будет. Я взяла длинную кисть синтетическую и набрала на нее акриловую краску золотую. И поверх этих шишечек покрываю золотым акрилом.